ребята! Привет! Снова приехали на Рижский вокзал, и сейчас идем в детский игровой центр. Да. Будем строить железную дорогу, да? Да, деревянную. Ага. Надо было взять нашу железную дорогу деревянную, мама Знайки. Показали бы там ребятам железнодорожным. Детский центр, паровозик! Ребята, да, смотрите, какой новогодний автобус, весь блестящий. Так, ну пойдем, заходим. Вау! Вау! Побежал. В общем, здесь раздеваемся, разуваемся. Вау, ребята, вот это железная дорога. Вот это да. И все еще новогоднее такое. Так, где человек? Все, побежали. Больно! Паровозик врезался в меня. Ульян, скажи, сама попала под горку. Ну что тут? Ну показывай, кот. Ребята, здесь тоже бесплатно. Запускай давай паровоз. Но записываться нужно заранее. Детский центр Рижик. Москва. Рижский вокзал. Так, что там у нас? Формируется состав. Можно я запущу? Тут прямо рельса. Да, еще один вагон. Ну-ка, как он у нас съедет? Давай. И такой вот врезался в меня. Еще один паровоз, только теперь не становимся на пути следования. А то сильно больно врезается, да, малыши? Да? Или вы уже не малыши? Все, не малыши? Отошла, давай. И рассыпается. Классно, ну с трамплином. А вот это без трамплина. Елисей, скати отсюда. Давай посмотрим, как съедет. Попадет в эту дырку? Вот в эту дырку. Или преодолеет. Вау. Ой! Разрушила железную дорогу, ё-моё. Надо аккуратнее. А здесь тоже, смотрите, запускаешь паровоз. А наши умные игры и головоломки «Мама Знайки» тоже деревянные и очень-очень интересные. Заказывайте на Wildberries игры «Мама Знайки». Туннель тут еще. Ну давай, запускаешь, красавчик? Пошел. Вот это состав. Фух, пролетел. Ни один вагон в дырку не попал. Вот это да. На следующую локацию. Что у нас тут? Тут у нас аэропорт, порт, морской порт, да, с кораблями, грузовые вагоны. Давай заправляй. И вот рельсы сейчас у нас пойдут вон туда. Давай, формируй свой состав. Кто-то там застрял. Застрял паровоз. Подтолкнуть? Там сформировал. Смотрите, ребята, с экскаваторами, да? Ну, давай посмотрим, как твой состав поедет. Сначала этот давай запускай. Очистить пути? Давай, пошел. Опа, крушение. А тот куда уехал? Где он? Вау! Ничего себе скорость! Ух ты! И выехал, смотри, в туннель. Пускай вот на эту дорогу. Давай. Давай. Вау. Застрял? Врезался в опору. Опять авария. Авария. Опять. Что ж такое-то, глянь, здесь не едет до конца, да? Опа. И выехал в туннель. Вот это да, прикольно, она тут вся соединяется. Да, Уля, нужна помощь. Нужно провести состав по всей железной дороге. Нет. Без аварий, можно? Давай. Внимание. Все дорожные службы срочно ликвидировать аварию. Ликвидировали? Вот такой паровоз у Елисея. Ну, ведем. Давай покажем всю железную дорогу ребятам, Елисей. Поезд у нас преодолевает. Что это у нас? Станция, да, какая-то? Вау, опять туннель, да? Надо, наверное, сзади еще тепловозик подключить. Как у тебя классно едет, Елисей. Через переезд, через пещеру какую-то. Вау. И не расцепляется. Вот это у тебя длинный состав грузовой. Смотрите, какой состав сформировал. Цистерна, кран, вагон-контейнер, кран, вагон-самосвал, вагон-коппер. Какой-то... Какие-то штуки перевозят, смотрите, вагон. Что это? Грузы какие-то перевозят, крупнотоннажные. И сам паровоз. Елисей пошел еще дополнять состав. Ему нужен еще длиннее. Смотрите, едет состав какой. Какие все разные вагоны. Вон. Ну-ка, а что это за вагон такой? Он открывается? Вау, класс. Вот это вагон, я даже не знаю, есть ли такие. А пассажирский возьмешь свой состав? Для людей.
А вон, смотри, еще какой-то интересный беленький лежит. Пассажирский тоже? Это какого-то скоростного поезда пассажирский вагон. Еще такой вагон подобрал. Собирает. Ну, Елисей, ну и так уже длинный состав. Ну, давай уже хватит. Везем. Огромный состав. Кати, давай. В общем, ребята, записывайтесь на сайте и 2 часа бесплатно. Давай покороче состав. Зачем тебе такой длинный паровоз? А? Поехал, поехал. Мы поедем, мы помчимся по дорогам утром ранним. На мост, да, заехал? Когда мы... Здесь все игрушки общие. Так, едем дальше. Смотрите, ребята, у нас задача проехать всю железную дорогу. А там еще какие-то постройки есть, аэропорт, еще что-то. Ай, туннели. Да, не просто это задача быть машинистом такого длинного состава, да? Ничего, что у тебя локомотив отсоединился? Норм? Вагоны догоняют, да? Все время кто-то норовит оторваться. Сколько у тебя вагонов? Посчитай, друг. Отходим, отходим. Тут еще один состав проходит. У тебя тоже длинный поезд. Через дом какой-то, да? Какая грузовая станция тут? Нужно отправить твой поезд. Доедет он у нас до станции. Сколько тут железнодорожников юных, смотрите. Как таракашки. Маленькие, каждый прогоняет свой состав. У нас вся в работе, формирует тоже составы. Причем интересно тут и девчонкам, и мальчишкам. Но железная дорога — это просто игрушка детства. Мечта детства. А такая, тем более, это просто... Масштабы. Ага, поражают масштабы. Да, у нас тут пробка. Ну ладно, хоть разъехались. Вон, смотрите, железнодорожник есть. Видите? Так, дальше что у нас? Через пещеру едет поезд. Опять состав у нас раскрепился. Что ж такое-то, а? Через мойку поездов проехал поезд. Помылся поезд, Елисей? Через мойку ты его провел? А это что такая за конструкция? Дай-ка посмотрим. Что это такое? А? Что это за конструкция? Кстати, ребят, хочу с вами поделиться результатами последних исследований мозга. Выяснилось, что великие композиторы, ученые, деятели не обладали никакими физическими там, или интеллектуальными сверхспособностями в сравнении с обычными людьми. И только их мотивация, труд, заинтересованность и обстоятельства сделали их теми великими. Поэтому великим может стать каждый. Главное — работать, трудиться и стараться. Нефтеналивную станцию? Мама! А. Давай, подтолкну. Догоняйте! Присоединились? Терялись. Елисей решил, что все-таки такой длинный и сложновато вести. И это замечательно. Получил опыт, сделал выводы и решил действовать иначе. А еще, ребята, ошибки – это здорово, потому что на ошибках мы учимся. Наши ошибки ведут нас к лучшим результатам. Ну или не ошибки, а просто опыт. Смотри, поезд проезжает, и головы животных шевелятся. Опять крушение у тебя, а? Еще какая-то конструкция. Что это? Светофор какой-то? Семафор какая-то. Станция пропускная. Меняет путь. Проехал по тому пути назад. И сейчас перестраивается на другую стрелку. Едем вперед. Там какая-то штука интересная. Вот это железная дорога. А наш путь ведет на какую-то огромную станцию. Нет, на качельках покататься? Нет. Нет? Не пойдет развлекаться? Не пойдет. Ну, здесь, может, поезд тормознет у нас вот на этой станции, и машинист пойдет покатается, отдохнет. Мост! Ух ты! Что здесь с мостом? Разводной, чтобы корабли проплывали. Нет. Вот это да! А, и внизу железную дорогу можно провести, чтобы высокий состав мог пройти, да? Здорово. Аккуратно преодолеваем препятствия. А вдруг мост такой... Разрыв! Авария! Ну ладно. Лента элеватора, да? Это написано здесь аэропорт. Аэропорт, да. Багажное отделение, лифт. Грузовой, да? Вот это да. Так, поезд преодолел, едем дальше.
Там у нас тоже дальше что-то по пути интересное. Насадила зверей, да? Да. Убирай препятствия. Единорожку везешь, да? О, ну да, один вагончик-то проще катать, молодец. Елисей там пока не может пройти станцию со всем своим грузовым составом. Смотрите, подъемный мост, чтобы корабли проплывали, вот это да. А еще вот такой. И депо. Круговое депо с поворотным кругом. Мы перегоняем туда паровозик. Уже подъезжает. Есть полицейские участки. Ух ты! Поднимаются двери. Как интересно все. Так, а здесь у нас метро, туннель и какой-то дом. Интересно, что он делает. Давайте посмотрим. Поднимает грузы кран. Крутишь и поднимается. Так, а это у нас что? Лифт. Лифт. Дамы и господа, готовьтесь к отправлению. Лифт опускается. Что-то тут с лифтом пошло не так. Был вокзал. Здесь звуки должны какие-то издаваться. Мама, часы, время. Мам! Ты преодолел уже вокзал? Я на сумке. Еще один. Да, я видела. Показывай. Опа, поднимается. Тауэр. Да? Прям как в Лондоне. The Capital of Great Britain. Мост, как в Сочи, в Питере. Давай, давай, ты еще не доехал. А это что за туннель такой? Тоже станция какая-то? Что там крутится? Открываются ворота. Вот это да. Тоже мини-депо, да, наверное, какое-то? Состав крушения произошло. Вот это пробки. Смотрите, сколько машинистов. Давай, проводи свой мост. Смотрите, ребята, еще какой мост. Поставь паровозик, ну-ка, давай. Опа, крушение. Какой-то мост-обманка. Только не надо с моим поездом нажимать, да? Крепостью можно зажимать до конца, оно должно отщелкнуть, вот. Перед крепостью надо такое ставить, что если нежелательный состав, такой чик и сбросил. Опа. Устроили тебе снова аварию. Ехала, вагончики остались. Ульянка добралась до депо. Крутит там что-то. Уля, все хорошо? Да? Ульяна, к тебе подъезжает подмога. Смотри. Вообще класс. Вот это мост. Оба, крушение. Это что такое? Не знаю. Какой-то дом, да? Под домом проезжает, что ли? Нет, здесь. Рельсы, смотрите, наверху. Здесь двухэтажные какие-то рельсы. Как метро похоже, да? Водопад? Да, вот там. Круто. И поезд. Смотри, здесь мост можно было построить, да? Прямо над водопадом. Круто. Вот это да, въезжает. Мост, смотровая площадка, это да? Ремонт. Ремонт? А там обрыв. А это что? А, опять поломка путей. Ну ничего, сейчас починим. О, станция метро. Вот он, смотрите, видите, ремонт. Поезд заезжает на ремонт. Так, Ульяна добралась с единорогом, и у нас теперь встречное движение. Нужно как-то разъезжаться, ребята. Но у Ульянки волшебный вагончик, да? И он знает свою дорогу. Он может не только по рельсам ходить. Преодолевает депо. Или вся это что? Скала какая-то? Стройка? Это гараж. Отцепляю. Отцепляются? Паровоз твой можно прямо вот там подсматривать, как он едет. Опять крушение, что ли? Это не крушение. Смотри, да, не надо. Это не крушение, это гараж. Да, вот депо. Гараж для поездов называется депо. Первый поезд Елисей достиг цели, да? Идем продолжать. У нас там еще железная дорога продолжается с другими постройками. Сейчас пойдем туда. Открывается. Где наш паровозик? Куда заехал? Где наш паровоз Елисей? Где стоит? Вот он, да? Заехал. У каждого вагончика и паровозика свое место. Цель достигнута. Красавчик. Давай пять. Доставил поезд. Молодец. Ну, вот это мост обманка, да? А мы его преодолели. Вроде нормальный мост казался. А это какой-то вообще, да? Деловой. Что, потерялся? Опять пробки, да, следом? Перемещение по
А, это телепорт, да? Это депо, из того выехал, в это заехал, да? Поезд у нас телепортировался на новую железную дорогу. Сейчас будем обследовать здания и постройки здесь. Смотри, тут мост какой снова интересный, да? Выезжает. А где состав-то его? Вон. А, все, строится. Круто, смотри. Так, что тут у нас? Это горы, в горах, класс, водопад. Вау. Ребята, я через неделю в горы. Жду не дождусь. Поедем кататься. Ух ты, а здесь тоже стройка какая-то. Вот это да. И колеса. И что это? Здесь можно тоже машины построить? Ух ты, есть схемы сборки. Смотрите, что можно построить. Из этого велосипед, автомобиль. И всякие такие постройки. Вот это конструктор. Я таких и не видела ни разу. Бочки сборные. И контейнер, и груз какой-то везет. А это пассажирский. Или что? Или для зверей? Мама! А. Мама! Что, мой хороший? Охраняй поезд и охранять? Побежал куда-то? Хочет дополнить свой состав? Смотрите, стол каких-то построек. Можно дома разные построить. Космодром. Юлу. Вот это... Ух ты, какой дом можно построить. Это целое просто архитектурное творчество. Вау, класс. Корзину. Вавилонскую башню. Круто, надо строить. Зовем тетю Алену строить такие классные постройки. Смотрите, тут можно даже какую железную дорогу построить. И что, деревянный же? Вот такую железную дорогу можно из этих брусков построить. И вот такой вот замок архитектурный. Вот это да. Так, ну пойдем. Мама. Что у тебя тут происходит? Кран нагружает состав? Ты, у тебя хоппер появился в составе? Не было же. Круто. Круто, интересно ты придумал. Здорово. Здесь целая железнодорожная библиотека. Разные железнодорожные книжки. Ну, не только про поезда, но и про транспорт разные. Обсудия, смотрите. Поезда. И здесь поезда. Вау, вообще тут можно каждый день ходить, что-нибудь рассматривать. ВЛ-22 на ходу. Фото. Классно. Цветных жалко нету, только черно-белые. Про транспорт, вокзал, Сапсан. Еще история какая-то написана. Так, что у нас? Вагоны канадского типа. Да тут можно, ребята, всерьез и надолго. Конструкции расписаны, как интересно. Надо нам тоже такую. Будет продолжать конструкторское дело. Может быть, строить даже такие поезда из лего. Ого, вагон, смотрите какой. Сейчас, малыш, иду. Вагон. С тормозной будкой, приподнятой выше крыши. Кто знает, зачем нужна была тормозная будка? Потому что тут и чертежи вагонов, и в разрезе, и снизу. Для любителей железных дорог самое то. Это можно воспроизвести самим с помощью конструктора лего построить. Классно. Так, что тут еще есть? Баллада Апсу. Поезда серии Су. Но мы такие видели, смотрите, наши выпуски и на кладбище поездов, и наш новогодний выпуск, когда мы ездили на паровозе, и поезд Деда Мороза, там был такой паровоз, и железнодорожной выставки у нас есть целый плейлист. Так, на старинной почтовой открытке. Старинные вокзалы, старинные поезда. Здорово. Интересно было бы посмотреть все это подольше, повнимательнее, если бы было время. Станции, видите, какие были железнодорожные? Не то, что сейчас. Это все настоящие фотографии. Как классно. Мост. Супер. Какие мосты железнодорожные строились. Так, у кого-то там драма. Какие пути? А что тут с ними происходит? Мама! Это что, гуляющий мост? Меня тоже зовут Гелиса. Здорово. Что, мы хороши? Мы познакомились. Круто. Друга нового зовем. Мама! Что? Смотри, какая парковка. Ага, ты парковку уже преодолел, пока я тут нет. книжки рассматривала, ребятам показывала? Нет. С лифтом, между прочим, да? С лавочками. Но не поднимается?
сломался, наверное. Шлагбаум, и даже есть, и поезд может проезжать. Пути-то есть. Шлагбаумная площадка, здорово. Так. Ух ты, стрелки какие. Ребята, там начинаются двойные пути. Но сейчас доберемся, все покажу. Соединился новый вагон, да? С камнем. Это его кран с камнем, да. И, кстати, стрела крана магнитится. То он не знал, куда деть стрелу. Вот, надо было такой вагон, да, присоединить. Что за дом такой? Что он делает? Ну-ка, покажи. Что-то тут разломали уже, да, как-то он не двигается. Смотри, рельсы, рельсы переходят, переезд в автомобильную дорогу. Я думала, тут двойные рельсы. А тут, о, порт, корабли, маяк, рельсы. Целая парковка кораблей, кладбище кораблей. Летели 2 часа, да, красавчик? Эй, прощаемся с ребятами. Пока. Пока. Надеемся, вам понравился наш выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А сейчас мы едем в центральный детский мир. Вау. А ты там не что-то купишь? А там музей, там ничего нельзя покупать. Там только можно смотреть и играть.